Всем привет! Сегодня воскресенье, нас друзья пригласили на фестиваль какой-то мяса и пива или что-то в этом роде. В общем-то, мы решили поехать, погода сегодня просто отличная, так что посмотрим, чего нам там ждать. Мы уже приехали на место назначения, это пляж Отрада, здесь, кстати, очень красиво, теннисные корты тоже очень красивые есть для тех, кто хочет поиграть в теннис. И вот сейчас мы именно спускаемся к морю, здесь все такое в зарослях. И, судя по всему, там как раз-таки и будет проходить эта ярмарка. Сейчас посмотрим. В общем-то, тут люди уже отдыхают по полной программе. Хотя еще, мне кажется, что еще недостаточно тепло для того, чтобы прям загорать, купаться. И, судя по всему, по этому гулу, который я слышу... Отлично, приезжайте. Здесь вот как раз все и находится. Да, очень много людей. Сейчас подойдем ближе, я вам все покажу. Кстати, покажу вам тоже еще свой аутфит, пока я... Не забыла. На мне сегодня такая довольно легкая блузка с такими рукавами, которые вот так вот я подкатала. Юбочка моя. О, пожалуйста, сними, да. Ниже юбочка. И балетки. Моя сумочка Ребекка Минков. Что еще из аксессуаров? Часы мои. И тоже еще на мне вот такое вот украшение из AliExpress. Очень мне нравится. Оно стоило там что-то доллар или что-то типа этого. Но все меня спрашивают, где я его взяла и сколько оно стоит. Потому что все думают, что оно довольно дорогое. Вот. Идем, в общем-то, на фестиваль. Уже там играет музычка. Вперед! Все это дело называется Сова Фест. Вход, кстати, 50 гривен, немало. Ну, тут вот разные такие вот, как это даже назвать, будки с разной едой. Мидии тут, мясо, пиво, бассейн. Вот. Блин, а пахнет как тут просто умопомрачить. О, горячие перцы здесь. Классное, кстати, заведение тоже в Одессе на Таирова. Ничего страшного. Удачи, до свидания. Заходите, морепродукты разные. Какие-то соки свежевыжатые, судя по всему. Мы сейчас пока ничего не будем брать. Ждем наших друзей, уже туда определимся. О, блин, как все вкусно выглядит. Посмотри, какие штуки. Ох, елки, у меня аж слюнка потекла. Класс. Очень-очень круто. Я очень рада, что мы сюда выбрались, потому что действительно все выглядит очень классно. У нас такое редко бывает. Что, мы обойдем дальше? Давай обойдемся, посмотрим и определимся, что здесь вкуснее всего. Класс. Обжирательный фест. А там, судя по всему, зона для того, чтобы посидеть на стульчиках с видом на море. Пойдем посмотрим тоже. По газону ходить босиком. Нет, вот не по газону, здесь дорожка. Красота-то какая. Класс. Люди особо не купаются. Хочешь купаться уже? Да, конечно. Но там только один человек, храбрец, еще второй. А вот я буду третьим. Ты будешь третьим? Пока что мне здесь очень даже нравится. Вообще еда выглядит просто офигенно вкусно. Даже глаза разбегаются, не знаю, что выбрать. Мы зашли еще в середину. Здесь вообще такое прикольное помещение. И еще тоже очень много таких вот отделов с какими-то штуками, которые можно купить. Beer Games. У меня снова, да. Выпивашка. Выпивайте на игра. Beer Games. Прямо сейчас. Да. А здесь в основном какие-то вещи. Никита взял себе обычный лимоновый. Покажи людям.
Вот так. Сейчас уже идем к нашим друзьям, а потом определимся с едой. Тут нашли такие крутые бургеры, и думаю, на них и остановимся. Я обязательно хочу, чтобы это осталось для истории. Посмотрите, какой это был бургер. Там мясо, ну, катилось, и булка сама зеленого цвета. Офигеть просто. Сейчас это все буду уплетать. И вот как он выглядит в середине. У нас просто еще ноги не готовы. Сэмик уже основал новую традицию, мы, кстати, уже дома. Когда мы уходим, он смотрит на холодильник, потому что там хранятся его вкусняшки. Сэмик, и вот он сиди. Готовится. Да, сейчас все будет, Сэмик. Самый маленький, выбери какой-то, потому что мы ненадолго. Так, хорошо. Так. Сиди. Сиди, нож. А хвост. Все, веди себя хорошо. А мы идем. Уже, кстати, довольно глубокий вечер. Сейчас вот без 9:05. А мы уже давненько вернулись с фестиваля. Фестиваль, кстати, назывался Сова Фест. Очень-очень классно. Нам там очень понравилось вообще. Было очень-очень вкусно. Столько еды всякой. И все готовится прям вот непосредственно перед тобой. Короче, очень понравилось. В следующем году, я думаю, тоже обязательно пойдем. А сейчас мы еще решили вечерком встретиться с другими своими друзьями, посидеть где-то тут недалеко, чем сейчас и будем заниматься. А вам большое спасибо за просмотр, за то, что провели этот день с нами. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, и увидимся с вами в следующих видео. Пока! Пока.